Ребятки, всем привет! Меня зовут Паша, и тут неожиданно у нас в ангаре появляется Франкенштанг. Да, за те подарочные 1300 золота, которые выдавали в честь обновления, я их потратил, купил себе Франкенштанг. Ну, ты, наверное, думаешь, что сейчас будет обзор на этот танк, тащит он, не тащит, но нет. В сегодняшнем видео у нас будет КВ-1. На фугаснице. И, собственно, нам же надо прокачивать и возвращать наш ИС-3, который был утрачен. Также нам надо КВ-2 возвращать. Это тоже, все это надо делать. И как только я так мог лохануться. Ладно, давайте, первый бой. О, уже что-то у них появилось. Меджай какой-то. Медведь, типа, или чё? Что-то непонятное, 5-й уровень. Надеюсь, это тяж, чтобы можно было с ним встретиться, посмотреть. Ребят, если кто-то знает, что это за танк, вы напишите мне там в комментариях. Я буду рад почитать, узнать, если вы знаете, что это такое, потому что Меджай я вижу в первый раз. Ой, блин. Ребята, простите, все поехали уже. У меня с интернетом сейчас немного туго. Но записывать приходится. Так, окей. Если это тяж, а скорее всего это действительно тяж, он поедет на эту сторону. А у нас фугасница и бесу. Скорее всего нам будет туго, если он, конечно, с быстрой перезарядкой. Нам придется вообще прям туго-туго. Ребятки, Меджая мне оставьте. О, ха, самолет в дом врезался. По-моему, его раньше не было или был. Не знаю. Так, ладно. Враг обнаружен. О, 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 о. А, ёпсель, мопс. Это обычный этот. Ох ты ж. Так. Это что-то необычное. Что-то странное и страшное. Похожая на Черчилля, Блэк Принца в одном этом. В смысле? Куда? Куда пробиваешь? Хм. Удивительно. А у меня пушка не склоняется. Ладно, в принципе, я не думаю, что он сможет меня пробить, хотя сейчас. Ну, смог ты, и чё? На тебе. А есть. А куда, ребят? Я не понял, куда? Как он меня пробивает? Ты чё на. Ты чё на голде играешь? Странно. Первый бой уже так тупо слился. Странно как-то вообще. Ладно, ну. Я в шоке, что Хэдзер меня пробил. Это ж КВ! Это КВ первый. О! За 3 косаря выдают Т-34 экранизированного. Блин. Ну ладно, пока ждем. Ну. О! А вот это вот что такое? Какое-то новое событие? Сокровище фараона. Это что такое? Ну, дай-ка мне информацию. Глиф. Получайте по одному флажку за каждую победу на 6-10 уровне, чтобы флажок при победе набери бла-бла-бла. Хорошо. Допустим, а что ждет нас в конце? Какой-то наград. А-а-а, ёпсель-мопсель. Так ты, чувак, собрал 30 этих. Понятно, понятно. О! А это что такое? О, нужно больше золота. 1%. Глифы повышают шанс отыскать в сокровищнице танк. Получая один глиф за каждый знак мастера на танке 6-10 уровня. Понятно, понятно. Не, интересная херня, интересная. Они такую фигню сделали, интересную. Вообще прям классно.
А это для чего? X5 опытов на Франкенштанг. О, хо-хо-хо-хо. И, кстати, ребят, о, КВ-1 наш вышел. Кошмары я не смогу уже забрать, поскольку вчера я не смог зайти. У меня были небольшие проблемы. Не было времени. И, получается, я прозевал один день, чтобы забрать часть сертификата на кошмар. Так что кошмары я, скорее всего, не получу. Не получу я кошмарика, я покошмарюсь. Ладно, окей, ребят, по-моему, это пушка, это не то что-то. На фугасница, конечно, да, фугасница. Должно быть много урона, но его нету. Миджай этот какой-то еще вылез. Ну, вообще странно, вообще. Вообще что-то непонятное, ребят. О, М4, А3, Е8. Классный, кстати, танк, мне он нравится. Когда он у меня появится, конечно же, я на нем поиграю. Расскажу, как, чё. И, блин, ребят, кстати, КВ-1 пофиксили прям ужас. И просто ему обрезали броню. Ему КД сделали... Вообще, я помню время, когда у него КД было 6 секунд максимум. А сейчас 9. 9 секунд... Чё ты стоишь, объедок? А сейчас его шьют все. Скорость у него была помобильнее, он был. Вот действительно, он не был таким медленным. Я вам говорю, он не был таким медленным. Я, конечно, понимаю, что, наверное, он и был таким во время войны, но... Для игры какая разница, какой он по игре... Факту на фугаснице я должен был уже нанести 200. Но я нанес там только 100. Чёртом. Вот он, ток вылез. Так, а тока я куда могу пробить? А никуда не могу пробить, потому что это ток, жирная собака. На тебе. О, вот это вот на 200 хорошо дает. КВшка на 200. Не, ну я узнаю, конечно, урон ему... Немного, наверное, тоже снизили. Вроде 250 он снизил на этой пушке. Нет. По-моему, он сносил сотку. 150. Вот, да, он сносил 150, но у него было 6 секунд КД. Ему повысили разовый урон, но снизили скорострельность. Да. Вот так вот и сделали. Не, ну, разработчики, они там что-то крутят, все то, что, что хотят, то и крутят. Захотели? Wargaming больше не белорусский. Не белорусская игра. Захотели там еще. Вот КВ-шку взяли, пофиксили, играть почти невозможно. Конечно, урон восхищает, но не очень. Да ёпсель-мопсель, что с интернетом? Вообще лагает по-страшному. Тебе М6 в бочину. О, ребятки, вот, вот этот танк, про который я вам говорил, М4 А3 Е8, американский танк, который сейчас люлей получит на 200. Ну, М6 там разберут, а мы с ним поговорим. Про него есть хороший фильм «Ярость». Если кто смотрел, напишите мне в комментариях. Это вот вообще прям классный фильм, и этот танк как раз оттуда. Правда, там немножко другая модификация, но, в принципе, это как раз тот танк. Ну и все, ребят, это победа. 1500 мы нанесли, в принципе, это нормально, но я ожидал большего от КВ-1, в принципе. Окей, окей. Ну что ж поделаешь. Не напишешь же разработчикам, верните КВ таким, каким он был. А то они еще могут подумать, что, блин, танк имба, надо его вывести. Да. Кваса в больших танках мы выводили. Срезали ему пол лица и брони. Вернули. Вафлю мы вообще убрали. Фиг вам, игроки, мечтайте о ней только. Ну и сейчас КВ-1, что-то он слишком имбовый танк, надо его тоже как-то срезать. О, новая награда. Ну давайте,
Что вы там мне дадите? 3 дня премиум аккаунт. Давайте. Все равно я их просру. Ай. Сейчас, ребятки, прошу прощения. Заберем все это. И сейчас уже поедем в бой. Я планирую за сегодняшнюю серию хотя бы 10 тысяч на этом танке накопить. 4 у нас уже есть, еще 6 осталось. Вот просто. Я вам показываю, как разработчики просто... Имбовые раньше это были танки, они их просто угробили. Вот согласитесь просто. Некоторые танки, они вообще их угробили до невероятности. Возможно, вы спросите, если тебе не хватает золота, у тебя есть 30 бустеров на золото. Ребятки, я их тратить сейчас не хочу. Я буду их копить. Золото, в принципе, некоторые игроки донатят, да, вносят деньги в игру, и это приносит им золото. Но я пока что этого делать не хочу, и, в принципе, делать этого не хочу. На тебе, слету. Советская вертуха работает. Для того столько играли, чтобы советскую вертуху не вспомнить. Так, ладно, там 2 объекта и меджай. Объедка. Огрызка. Мелкого. Сейчас объедок. Погоди. 1, 2. Конечно, тут на этом танке не работает тактика. И вот куда тебя пробило? Понял. Да ёпси ты, мопси. Ладно, давай столкнемся с тобой. На тебе. Чё? Чё зыришь? Чё зыришь? Свали нафиг. Так, фух, ладно, мы выжили. То, что мы выжили, это уже чудо, сейчас он стрельнет. Ну что ж ты будешь с ним делать? Шкода не справится с тигром. Этот, ну, этот еще может справиться с ним, хорошо. Здесь, это кто у нас? Это бургер. О, ребят, бургер! Бургера тоже, кстати... Ему мобильность снизили, как я вижу. Он раньше побыстрее был. Так, урон хорошо повысили. Перезарядка стала больше. Понятно. Ну, ребят, что скажешь? Разработчики, все, разработчики. Ладно, ребят, так и быть. Один бой на Франкенштанке, я думаю, вы заслужили. Если вы, конечно, досмотрели до него. Так, ладно. ИС-2 китайский, М6 американский, объект советский и Франкенштанг. Черт знает откуда. 10 секунд КД. Разовый урон 200-300 единиц. Куда ты меня пихаешь, ты придурок? Ребят, вот скажите, он дебил? Он реально долбоёх. Уйди, ты картонный кусок дерьма. Да плевать, что заметили. Дайте мне шмальнуть по кому-нибудь. О, Т-25-2 уже отхватил. О, это же наш китаец. Ребят, вы помните, он у нас был. Он у нас был на том аккаунте. Возможно, я делал с ним видео. Возможно, у вас на моем канале... Там в одном видео он вроде точно ненавижу вот такие вот, дали на 400, кто там, ну, Франкенштанг, да. Так, я возьму на себя вот это чучело
И чё? И чё? Хер через плечо! А чё? Чё? А чё? А куда это ты прячешься? А? Ребят, ну вот, два выстрела. Ох ты ж, блин, я тебя не ожидал тут увидеть. Ребятки, помогите. А чё у него за пушка? Ребятки, у него другая какая-то пушка, смотрите. Спасибо, спасибо, спасибо за помощь. Спасибо. Я думал, мне уже хана, а вы отсрочили мою смерть. Благодарю вас. Ай, советская штука не сработала. Хотя было бы круто, если бы залетело. Прям круто. И вот такая вот дырка у меня на жопе. Ух ты ж, ё-моё. Бля, пробивают. Так. Вот этот. Голду зарядил. Попал. Ля, какой ты молодец. Ребят, какие-то сливные бои сегодня пошли. Вообще, как-то не идет у меня сегодня. Не идет. Хотя, в принципе, если подумать, то... Не знаю. О, победа на КВшке. Нормально. О, можно забрать. Чё там? Давайте. Давайте, давайте. Дайте мне мою награду. Ух ты ж. А чё, типа, по одному флажку нужно зарабатывать, чтобы это все забирать? 7, 1, 3, 5, 7. А, я понял. Хорошо, я понял, ребятки, я вас понял, услышал. Ничего тут непонятного нету. Окей, КВ. Давайте еще буквально пару боев на КВ, потому что мне он прям вообще что-то сегодня вообще не заходит. О, у кого-то уже кошмар есть. Прикольно. Ну или может уже чел купил просто эти чертежи за голду и сидит радуется. А, так, ладно. Надо хотя бы один бой затащить. Сейчас интернетом действительно. Так, давайте посмотрим, что у нас. У них есть Меджай и Матильда. Ну, значит, нам хана. Матильда нас тоже пробивает очень хорошо. А, ну вот они, в общем-то, как раз. Если мне удастся так из-за горочки потихоньку чего-то наносить, ну вот хотя бы взять этого А20. Они меня не видят. Нафиг. На тебе 207. А20, ты мне ничего не сможешь сделать. И не мечтай. Ну и где? Понятно, где. Трынде. Пушка не склоняется. Ладненько, будем действовать. Вот так. О, а кто это к нам тут приехал? Э! Чучело! Так, это Матильда дала 100%. Чучело! Чучело на место на огороде! Чучело! Пока, чучело! Блин, ребятки, они прорываются, прорываются. Смотрите, на тебе! Ребятки, возьмите на себя вот эти вот, а я возьму на себя Матильду, которая скорострельная. Она мне уже на один выстрел. Все. О, не-не-не-не-не, ребенок, я с тобой разговаривать не хочу. Пока. В смысле, блядь, попадание? Я понять не могу, в смысле попадания. Вы о чем, ребятки? Так, ну я, наверное, помобильнее его буду. Нет? Ну. Ой, слава тебе, господи. Фух, спасибо. Так. Они где-то
шастают. Т-34 вижу. Она меня пробивает в верхний бронелист. Вебел. Она меня пробивает вебел. И китайщину вижу. Или это японец? Похоже на китайца. Ой, как лагает. Господи, почините. Интернет. О, и тут 34 на пульку. Ну, красиво. Ну, ее заберут, поскольку... Так, всё. Фух, неплохой бой, неплохой, ребятки, неплохой. Вот так бы дальше. Нос. Чё тут у нас? 1515. Нормально. Ну, ребят, как я и говорил, 1500 тысяч он наносит. И это реально круто. И опыт на нем хорошо уже фармится. Вот, 19 тысяч, ребят, 19 тысяч. Сегодня уже 19 тысяч. На данный момент у нас есть 19 тысяч, почти, даже 20, я бы сказал. Это буквально еще несколько боев, и у нас будет с вами на выбор. Я, кстати, сделаю видео, что же я выберу, КВ-2 или КВАЗ. А возможно, я еще поиграю, наберу 60 тысяч и исследую оба эти танка. Ну, а на сегодня серия уже, простите, будет закончена. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и вы хотите еще больше таких видео, обязательно подписывайтесь на канал и пишите мне комментарии. Все комментарии я читаю, на все комментарии я обращаю внимание, так что не стесняйтесь, пишите, делитесь своим мнением, хорошо ли я сыграл, плохо, где можно было лучше, где... Ну и, в общем-то, делитесь своими мнениями в комментариях. Все, пока.